Сегодня в Махачкале на улице Ирчи Казака совершено убийство. 34-летнему махачкалинцу нанес множественные ножевые ранения житель пригородного поселка. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики. Пострадавший скончался по пути в больницу. Убийцу задержали. На кадрах от очевидцев с места преступления окровавленное заднее сиденье автомобиля. Вероятно, все произошло именно там. На другой же видеозаписи неизвестные мужчины вытаскивают тело убитого из машины и грузят в газель. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. За что задержаны сотрудники полиции? За убийство. Подробнее расскажите, что случилось. Что за убийство? Убил человека. При каких обстоятельствах? Как произошло? За что вы человека убили? За то, что он убил сестру мусульманку. Рассказывайте. Рассказываю же. Убил за то, что он убил сестру мусульманку, я его наказал.